Попрошайничать вышел. Да, Владимир, вышел это. Подайте Христа ради червони золотой. Сколько я вот четвертый день не бухаю, и вот эти два дня спать охота и охота целыми днями. Спать охота, что пиздец. Лайкосика, ребят! Лайчоночка, жахните, бахните. Да-да, нет, нет, до 30. Да не, я сейчас как не буду бухать даже за 10к. Я даже за 10к бухать не буду. Гриша, привет. Начал смотреть тебя недавно. Смотрю пока ролики трехлетней давности. Очень нравится. Что-то в тебе есть. Интересно смотреть. Не подскажешь Пашку, Иришку. Монгола больше не снимают. А я не знаю, я сейчас сам за ними не слежу. Спасибо, брату. Александр, спасибо, брат, спасибо. Спасибо, что смотришь. Спасибо, братишка. Я сам сейчас за ними не слежу, не смотрю. Сейчас сам не сижу, не смотрю. Я тебе скажу, братанчик, больше. Я, наверное, сам, братуха, первый и последний раз за границей. Больше, наверное, уже такой роскоши не получится. Сейчас Таиланд, дорогой. Смотрели Вьетнам, Вьетнам тоже дорогой. Сейчас все, братуха, дорого. Сейчас что? Сейчас уже, когда я сам первый раз прилетал в Таиланд, да? Когда сам первый раз в Таиланд пригонял. То есть, если раньше можно было за 30 тысяч, ой, если раньше можно было 10 тысяч бат, вот, сейчас по-русски объясню. Сейчас по-русски объясню. Если раньше можно было поменять 10 тысяч бат на 22 тысячи рублей, 10 тысяч бат на 22 тысячи рублей, то сейчас 10 тысяч бат уже поменять можно практически на 30 тысяч рублей. Что злой такой, бухань? Да я не злой, нормально все, чего злой-то? Почему? Почему я злой? Я по факту все говорю. Меня за это терпеть не могут, что я прямо все говорю. Почему меня серая шерсть терпеть не может? Почему меня там другие не могут терпеть? Потому что я правду все говорю. Все, всегда говорю правду, как есть. Я ничего ни от кого не скрываю, ничего ни от кого не это. Не утаиваю. Но если сидят там они все... появилось снова. Я смотрю, они стримят, он никому не дает, никому. Серов разносит, потеет, аж не знает, как уже по 1000, по 500 бонусские рублей берет там, уже вообще никому не дает, ну никому, ну просто по нолям. А как же говорил, что у Рома маленький сучок, ты не в курсе, у кого больше. А я знаю, братух, они тебя ждут, когда ты проверишь, приедешь. Когда ты приедешь язычком, так. Гриш, что у вас с серовым гашиком, расскажи. А любая аналитика 1000 рублей, брат. Денис, позорище. О, позорище. 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 Когда нормальные люди смотрят меня вот так, да? Ну, тут сколько? 80% ну, хейта, да? И процент 20 нормальных. И нормальные смотрят. Они не могут понять, то ли я... вот так сижу, общаюсь, ну, на негатив, они-то не видят, скорее всего, что мне там пишут, а я сижу, ну, негативлю, то есть на негатив негатив отвечают, ну, всякими приколами, подколами, они, наверное, должны думать, скажи, что невыгодно стало, если ты раньше мог за 10, сейчас, за 10 тысяч рублей ты можешь купить 28, что, вот он, иди лечись, дружище, иди. Марья Ивановна! Марья Ивановна! Тут пациент! Примите, пожалуйста! Он отдал ключи от дачи Серова. Ой, все. Отдали ключи от дачи Серова. Доната будет ноль. Google запретил создание новых аккаунтов для России. Вот это прям радость для меня. Вот это прям уж радость для меня, что Google запретил создавать новые аккаунты для россиян. Так тебя меньше людей будет, дурачок. Так и слава богу, хоть нормальный будет смотреть. Лайкос залетел. Спасибо за лайкос. Лайчоночка, ну, жахните, бахните, по красоте, красоте, по высоте, высоте. Лайкозорька. Решай сегодня без алкоголя? Да, я сегодня четвертый день без алкоголя. Так и денег нету, братух.
Денег нема. Денег, это денег, денег. Денег нема. Ой, Гриша, знаешь, слабо. Уже я в тут жёлтку вязал. Да, слабо, брат. Ну, кто-нибудь две стопки скиньте, проверьте, работает надо или нет. Пару соточек кто-нибудь скиньте, проверьте, донатик работает или нет. Ну, по красоте, ну. Да я говорю, думаю, что надо вечером перезапускаться, ночью. 12 ночи. Что-то сейчас сильно как-то... Сильно... Ну, видимо, это началось, как говорится. Чу-чу.